Сейчас в мире свирепствует коронавирус. Он принес людям много страданий и бед. Но несмотря ни на что, надо идти вперед, заботиться о ближних и делать свое дело. Что касается меня, я стараюсь больше сидеть дома и в меру своих сил заниматься литературой и живописью. Мои далекие предки прибыли в Россию из Кореи в середине 19 века. Россия – это многонациональная страна, где живут более 140 национальностей. Корейские культурные центры есть практически во всех крупных городах России. Я вырос на русской классической литературе и пишу на русском языке. Тема идентичности для меня не так важна. Мне важен человек, независимо от национальности, во всех своих поступках и проявлениях. Мне очень важна интересная история, которую можно описать. В Корее у меня вышло 8 книг, и среди них есть один роман. Он вышел в издательстве «Сан-Сан» в 2017 году. Называется «Хелен и Фиган». Дело в том, что роман написан полностью на корейскую тему. У меня есть еще книга, написанная давно. Она тоже вышла в издательстве «Сан-Сан». Называется «Памын Тэянгида». «Ночь» – это тоже солнце. Это роман о поэте, который почувствовал на себе последствия развала Советского Союза. Это поэт, он пишет стихи, и в этой книге довольно много стихотворений. Я хотел бы прочесть одно стихотворение. Нун топин нива гангын хаяке бьонетта. Онжонгил, 그리고 또다시 밤새도록 강물은 흘러간다. 두터운 얼음 밑으로 강물이 울고 있다. 강물은 봄을 꿈꾼다. 머나먼 곳 저 어딘가 겨울의 끝머리에서. Я был на острове Чеджудо и видел там хижину, где жил замечательный художник И Чун Соп. Он жил в послевоенное трудное время, когда очень тяжело было достать самое необходимое. И меня поразило то, что художник рисовал на обрывках бумаг, на картонных коробках из-под папирос. Это меня очень потрясло. Сейчас трудно это представить. Если бы он был бы жив, мы бы, наверное, встретились, побеседовали, поговорили бы, наверное, о жизни, что есть любовь. И, конечно же, поговорили об искусстве. Сейчас я работаю над новым произведением, над романом, где главный герой, вероятнее всего, в поисках самого себя,
странствует по миру и странствует не по своей воле, а по воле обстоятельств. И уже постарев, возвращается к себе домой. Даст Бог силы, я завершу, наверное, этот роман. Я желаю друзьям и корейским читателям всего самого доброго, несмотря ни на что, не терять силу духа. Желаю счастья вам и вашим родным. Еще раз я хотел бы поблагодарить Институт перевода за приглашение. Камсамнида.